Добрый вечер. Влияние антициклона сохранится и этой ночью. На большей части территории страны ожидается малооблачная погода. Однако в Курзаме не исключены осадки. Там может пройти небольшой снег. Ветер от слабого до умеренного на побережье с порывами до 14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха от минус 10 градусов на побережье Курзаме до минус 21 градуса в Латгалии. Благодаря антициклону завтрашний день вновь будет замечательным. Ожидается преимущественно солнечная и сухая погода. Ветер от слабого до умеренного. И максимальная температура воздуха от минус 7-11 градусов на западе Латвии до минус 11-14 градусов на востоке. В Риге этой ночью облачно с прояснениями и без осадков. Будет холодно. Минус 15-17 градусов. Днем в столице малооблачная погода и минус 11-13. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Всего вам доброго и смотрите погоду на ЛТВ.